Почему? А куда смотреть, Тарас? Смотри на Ваню. А, на Ваню. Готов? Да. Привет. Привет. Я буду быстро задавать вопросы, а ты быстро и смешно отвечать. Договорились? Не факт. Кого бы ты завела, если бы у тебя был большой дом? Кошку или рыжего из Иванушек? Рыжего из Иванушек. Почему? С ним можно поговорить. У тебя есть шанс добавить один любой закон в Конституцию. Быстро сформулируй его. Я не знаю. Если в мире исчезнут все цветы, что дарить на 8 марта? Бумажные цветы. Егор Крид неожиданно приезжает в Нарьян-Мар и делает тебе предложение. Твои действия? Я откажусь. Почему? Потому что я не хочу за него замуж. Какую роль ты бы хотела исполнить в кино? Классную. Главную. Закрывать или не закрывать лицо ребенка смайликом в Инстаграм? Нет. Почему? А зачем? Все же так делают. Я не все. У меня нет ребенка, которого можно закрывать лицо. Муж оставил рядом с тобой телефон с открытой страничкой ВКонтакте. Твои действия? Закрою. Тебе предлагают 500 тысяч рублей. Нужно провести месяц без телефона и интернета. Справишься? Конечно. Что делать будешь? Читать книжки. А потом тратить, судя по всему, 500 тысяч. Назови 5 российских футбольных клубов. Зенит, Спартак, Динамо, Локомотив и этот Шахтер, Шинник. Что? Какую рыбу запрещено ловить без специального разрешения в Ненецком округе? Без специального? Да. Я не знаю, нельму. Нельму вообще нельзя ловить. Я живую? Какую мертвую? Отличный ответ, ты справилась, молодец. Спасибо. Живую. Да, офигеть.